Thank you.
Кто-то меня опередил. Нужно рассмотреть поближе. Их разбили еще до пожара. Потрепанный шарф. Нужно искать человека в лохмотьях. Ничего святого. В этом храме хранились древние реликвии, но какой-то мерзавец забрал их и сжег храм. Поджог должен был скрыть следы. Злодей забрал все, чем мы так дорожили, и сбежал в город. Судя по виду, его можно найти в квартале попрошаек. Изношенная одежда. Последний фрагмент стелы у меня. И весь доспех теперь тоже собран. Я места себе не нахожу. Это переломный момент. Древнейшие боги, достоинство, внутреннее зрение. Что все это значит? Узнаем, когда ты завершишь перевод. Да, ты прав. Нужно объединить стелы. Идем. Мы на пороге большого открытия.
Мы услышим богов? Что же я им скажу? Что они мне скажут? Это важно? Может, если ты прочтешь? Да, да. Лишь обладающий внутренним зрением, даром древнейших богов, достойно владеть силой великого Дипсиоя. Дипсиой? Что думаешь об этом? Я поражен. Не понимаю. Я не вижу изменений. Все выглядит так же, как и до этого. Ты только глянь. Ничего нет. Что ты видишь? Комната ожила. Боги говорят с нами. Не может быть. Почему я не вижу? Почему боги не являются ко мне? Я не знаю, даю тебе слово. Так значит, я недостоин, а ты слышишь их голос? Нечестно. Ты нашел гробницу. Сделаешь и другие открытия. Хватит. Довольно. Прошу, уходи. Не понимаю.
Thank you.
Гашу огонь! Нашел его!
что убило Фибоса, могло съесть амулет. Части соединились вместе. Должно быть, это ключ. Я тебе не верю. Да, я сам слышал. Командир подтвердил. Снова ты? С воинами покончено. Значит, выжил. Разочарован? Боги меня ненавидят. Я наемник. Убийство — это мой хлеб. И направляют меня не боги. Скромен, но смертен. И тебя ждет царство Аида. Это плавание я отложу на потом. Довольно болтовни. Спарте нужны эти земли. Надо действовать быстро. Займемся делом. Отличная мысль. Тем быстрее я от тебя избавлюсь. Yeah.
Победа за нами! Точнее, за тобой. Ты привел нас к триумфу. Это отец научил меня командовать армией. Я мог бы узнать больше, но ты забрал его у меня. Хватит. Не смей говорить мне, что делать. Здесь командир я. Я тебе нужен. Боги, сколько же в тебе спеси! Вижу, почему отец отверг тебя. Ты ничего не знаешь о моей семье. Знаю, что он сбросил тебя со скалы и выбрал меня. Ну и в ком из нас больше спеси? Ты был вторым. Лишь заменой для меня. Это мы посмотрим. О чем ты? Мы разгромили Афинин. И теперь я примусь за своего главного врага. Стентер, ты... Ты сделал свое дело. Теперь ты заплатишь за то, что совершил в Мегариде. Зачем тебе это? Зачем? Ты пришел в Мегариду, вмешался в войну, лишил меня, отца! Я сделал, что должно. Теперь мой черед. Но что даст тебе моя смерть? Справедливость, покой, месть. Хватило бы и одной причины. Думаешь, месть облегчит боль? Поверь мне, нет. Но, увы, я тебе не верю. Тебе это не нужно, Стентер. Еще как нужно. И ты не сможешь меня переубедить. Николаус это не одобрил бы. Почем тебе знать, изменник? Я не изменник. Ты предал Спарту. Ты предал свою семью. Ты лишил меня отца. Лишил будущего. И заслуживаешь лишь клинка, что пронзит твое сердце. Кровопролитие не залечит раны прошлого. Отец! Здравствуй. Я думал, ты погиб. Еще нет. Он познает боль! Ты ничего не знаешь о боли. Мне плевать на твои беды! Стентер, довольно. Не понимаю. У каждого из вас своя роль. Я учил тебя вести людей в бой. Ты приведешь армию Спарты к победе. Как? Ты достойный человек, хороший сын и великий воин. Тебе предначертано превзойти меня. Ты справишься. Да, отец. Ты будешь мной гордиться? Я уже горжусь. Едва не дошло до беды. Алексиос, тени сгущаются над Спартой. Вернешься, будь начеку. Мы с матерью справимся. Нашел ее? Она правит Наксосом. Не удивлен. Пусть боги хранят вас от бед.
рабы свободны. Его состояние улучшилось, но жизнь все еще под угрозой. Не знаю, смогу ли я заставить себя закончить лечение. Рабы сбежали, и ему больше некого мучить. Благодаря нам он поймет, что есть и другой путь. Убив его, я окажусь таким же подлецом. Я вылечу Галлея. Не забудь рассказать ему, как мы спасли его от смерти. Только боги решают, жить человеку или нет. Мой скромный труд не в силах противостоять их воле. Ты спас многих от путешествия по Стиксу. А чума? Весь мой опыт и знания оказались бессильны против нее. Увы, мои возможности не безграничны. Спасибо тебе за помощь. Я пойду. У меня скоро встреча с пациентом. Прошу.
все? Тогда удачи. Я хочу увидеть царей. Ты готов вернуть землю нашей семьи? Ну да. Но сначала нужно свергнуть царя-культиста. Твоя мать гордится тобой, Алексиос. Ты точно уверен, что доказательств хватит? Точно. Соберу эфоров и буду ждать в тронном зале. Каких эфоров? Разве ты не помнишь? А, впрочем, ты был ребенком. 5 эфоров избираются из числа граждан Спарты. Они властны даже над царями. Ты должен склонить их на свою сторону, чтобы спасти Спарту. Увидимся. Чего же мы ждем? Простите за задержку. Ты созвала эфоров? Судя по толпе обожателей, ты достиг успеха. Мне пришлось участвовать в играх самому, но я принес Спарте победу. Прекрасно. А что насчет нашего борца Тестикла? Случилось несчастье, и он не смог состязаться. Игры не главное. Как дела в Биотии? Мы со Стентером разбили силы афинян. Вам не о чем беспокоиться. Зачем ты созвал эфоров, если принес лишь добрые вести? Чтобы выдвинуть обвинения. Серьезно? Против кого? Ты знаешь, о чем пойдет речь. Против тебя, Павсаний. Во время своих странствий я собрал доказательства вины Павсания. Он состоит в культе космоса. Они хотят убить сотни, чтобы править тысячами. Вот все, что я нашел. Доказательства? Какие? Значит, слухи не лгут? Никогда бы не подумал, что у царя нет чести. Честь безнадежно устарела. Ты заслуживаешь смерти. Не смей угрожать царю! Павсаний, отныне ты не царь. С сегодняшнего дня ты изгнан из Спарты. Клянусь Афиной и Аресом, вы заплатите! Вас всех накажут! Как и тебя, ручной царь! Прости нас, мой царь. Мой сын не мог позволить ему править дальше. Конечно. Мы вернем тебе гражданство. Спарта в долгу перед тобой и возвращает тебе дом. Тебе вернут дом. Нам с тобой. Не будем отрывать судей от дел. Пойдем наружу. Мы должны избавиться от Павсания как можно скорее. Верно. Он член культа, как ни крути. Как закончишь, приходи домой. Конечно. Царь Павсаний состоит в культе космоса. Я должен его убить. Ты-то тут он!